вот этот пятачок, да? Вот туда дальше. Ну, это улица Московская, от Соколаева до Останок Исаева. Вот со всей вот этой площадью. Вот в прошлом году замена бордюра была. Пожалуйста. Смотрите. Это магистральная улица, по которой идет поток грузовых машин. На улице Губкаева, которая тоже была сделана в прошлом году. Протяжение. Она была сделана до, по-моему, Ливаневского, до рельсов. Вот видите, широкая улица, все. Вот поворачиваем на улицу Голковского, которая тоже была отремонтирована в прошлом году. Вот, пожалуйста, вот видите, частично отремонтирована, асфальт даже отличается от старого. Ну, вот она, пожалуйста. Где левая, где правая, как бы, ну, то наиболее такие убитые участки были отремонтированы. Поворачиваем на улицу Зои Космодемьянской, которая тоже была сделана в прошлом году. Вот она, мы на нее повернули. Вот отсюда вот до Даватова полностью было заменено полотно дорожное. Сейчас повернем и до конца по Губкаеву проедем, чтобы вы посмотрели, что. Что хвостик тоже сделан. Как? Что до конца сделано, да? До конца сделано.